Предыдущие старты, которые проходили в Тюмени, прошли на высочайшем уровне, поэтому, в общем, мы доверились еще раз команде волонтеров и решили, что старты в Тюмени – это хорошо. Но есть заявки уже на третий старт в Тюмени, вот по этому поводу я сильно сомневаюсь. У нас сейчас уже выстроилась очередь из городов, которые хотят принять, и регионов. Ханты-Мансийск, Камчатка, Кировск еще раз тоже хочет, тоже было замечательно, поэтому будем думать.